Всем привет! С вами канал «Современные родители». Сегодня познакомлю вас с 3D-ручкой SpiderPen Plus. Подборку ссылок на полные характеристики и лучшие цены оставлю в описании под видео. А сейчас расскажу про основные особенности модели. Буду рада вашим комментариям и лайкам. И не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Полностью русифицированная и сертифицированная 3D-ручка. В комплекте есть все необходимое. 40 метров пластика, книга трафаретов для рисования. На корпус 3D-ручки вынесен дисплей для точной регулировки температуры до 1 градуса. Это нужно, чтобы использовать 100% органический биоразлагаемый пластик ПЛА. Безопасно за счет керамического носика и системы автоотключения. Иногда дети могут забывать выключать из сети свои игрушки. Прекрасный дизайн и эргономика. 3D-ручка отлично сбалансирована как для руки взрослого человека, так и для детской. Это прекрасные инструменты для создания объемных работ из цветного пластика. И недаром в их названии есть дополнение «плюс». Оно говорит, что в дополнении к возможности с удовольствием рисовать пластиком, появилось техническое оснащение, улучшающее работу. Теперь на дисплее можно отслеживать степень нагрева чернил, можно ускорять и замедлять поток. Скорость выше подойдет для создания вещей в 2D, а скорость ниже – для 3D. Кроме того, эти ручки работают уже не с одним, а с тремя видами материала – ABS, PLA, Unit Pro пластиком. Каждый будущий инженер легко освоит эту премудрость. Сначала нужно зарядить ручку через USB-порт, затем включить и дать нагреться. Как только красный мигающий огонек сменится ровным зеленым, ручка готова к работе. Вставьте пластик до упора, нажмите кнопку подачи. Творите, что подсказывает фантазия, регулируя скорость подачи и температуру пластика. Все это видно на дисплее. Чтобы остановить поток чернил, нужно повторно нажать кнопку. С помощью этой же кнопки можно сменить цвет, вставив другой прутик материала. После окончания работы вытащите пластик из ручки, дайте ей остыть, уберите в коробку и наслаждайтесь созданным шедевром. Из отзывов я выделила основные особенности этой модели, и сейчас поделюсь ими. Сначала отрицательные. При первом использовании взорвался блок питания. Быстро заканчиваются стержни. Теперь перейдем к положительным. Очень удобно ложиться в руку, можно работать с разной скоростью. Можно рисовать всеми видами пластика. Сама выключается, если оставить ее на пару минут. В целом хорошая ручка, еще и пластик в комплекте. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы оставаться на связи, подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик. Мне важна ваша поддержка, поэтому ставьте лайки и пишите комментарии. До скорой встречи на канале «Современные родители».